Апелляционный суд аннулирует ордер на обыск в отношении Алмы Шалабаевой, жены лидера казахстанской оппозиции, находящегося в изгнании. Председатель правительства Италии Энрико Летте попросил Министерство внутренних дел внести ясность в это запутанное дело. Напомним, в конце мая на основании приказа префектуры Рима из Италии экстрадировали Алму Шалабаеву и ее 6-летнюю дочь Алоа, жену и дочь лидера оппозиции Казахстана Мухтара Аблязова. Председатель итальянского правительства Энрико Летте начал внутреннее расследование, чтобы восстановить ход событий и выявить возможные критичные места. Депутаты партии СЭЛ и члены движения Чинкуэ Стелле призвали власти незамедлительно разобраться в случившемся. Стало ясно, что в дом, где отдыхала Алма Шалабаева с дочерью, вторглись агенты отдела расследований общего направления спецопераций. Они были в гражданской одежде. Их сопровождали коллеги из патрульной службы. По заявлению полицейских, женщина показала им фальшивый паспорт. Адвокаты семьи представили итальянским властям документы, подтверждающие подлинность паспорта Алмы Шалабаевой. Однако бумаги были проигнорированы, и в дело встряли секретные службы Казахстана. Днем 31 мая жену и дочь казахстанского оппозиционера Аблязова перевезли из местного полицейского участка в аэропорт Чимпина, где приземлился частный самолет, взятый на прокат у австрийской авиакомпании. На борту находился консул Казахстана и еще один дипломат. Именно в их сопровождении Алму и Алоа против воли вывезли из Италии в Астану. Между тем, апелляционный суд Италии заявил о своем крайнем удивлении тому, с какой скоростью произошло выдворение членов семьи политэмигранта. И это при наличии документов, которые подтверждали подлинность паспорта. Суд подчеркивает необходимость жены Аблязова спасаться от политических врагов мужа. Предписание апелляционного суда аннулирует ордер прокурора на обыск и возвращает личные вещи, конфискованные во время обыска в доме.